Экстрадиции не будет. Французский кассационный суд накануне отменил январское решение суда города Экс-ан-Прованса о выдаче бывшего главы БТА-банка Мухтара Аблязова России и Украине. Французское правосудие, судя по всему, образумилось, а значит, есть надежда на то, что справедливость все же восторжествует. Противника режима Назарбаева теперь ожидает пересмотр дела, но уже в Лионе. Разумеется, решение не окончательное. Теперь для этого нужно вновь рассмотреть все аспекты имеющегося запроса по экстрадиции. Пересматривать в деле Аблязова Лионскому суду, видимо, придется многое, поскольку вопросов к якобы справедливому, но ныне отмененному вердикту служителей Фемиды слишком много. Недоверие к спешно вынесенному решению в Экс-ан-Провансе возникло после того, как общественности стала доступна СМС-переписка представителей обвинения с юристами БТА-банка в Казахстане. Последние давали представителю обвинения свои ценные рекомендации в процессе над Аблязовым. Нетрудно догадаться, что адвокаты банка строчили СМС под диктовку АКР. Разгорелся скандал с опубликованной прослушкой, это в прессе информация проходила о том, что представители БТА-банка, адвокаты БТА-банка напрямую совещались с представителем Генеральной прокуратуры Франции, да, была их переписка обнародована, что, конечно же, значит, ставит огромное количество вопросов по отношению к объективности, собственно, стороны обвинения во Франции и его участие в процессе Мухтара Аблязова. В родном Казахстане оппозиционный политик Мухтар Аблязов стал персоной нон-грата после того, как начал открыто критиковать режим Нурсултана Назарбаева. Обличая Елбасы и его коррумпированное окружение, Аблязов резко перекочевал в разряд личных врагов диктатора и был вынужден бежать в Великобританию, где получил политическое убежище. Он нормальный человек, которых не любят в этой системе, вот и все. Вы слышали, что кассационный суд отменил его экстрадицию? Нет, еще не слышал. Вот я вам говорю, как вы опять же к этому отнесетесь? Отменил его экстрадицию? Я отношусь положительно к этому, это нормально. Да, ну, не нужно таких нормальных людей выдавать тиранам и, я не знаю, здесь, ну, вы знаете, о чем я говорю, да? Спасибо как бы, большое. Диктаторам, конечно, диктаторам не нужно. Спасибо большое. И не верьте тому, что диктаторы вам говорят. Однако ради мести цены вопроса для Назарбаева не существует. На поимку своего критика бессменный лидер нации потратил 100 миллионов евро. 31 июля прошлого года Мухтара Аблязова выследили на Лазурном берегу и задержали. Далее в игру вступила первая скрипка – гособвинитель Соланж Легра. Само преследование Аблязова выглядело и было настолько антиправозащитным, и, в принципе, даже не то, что в Казахстане, это уж само собой, что тут говорит, но и в Англии, там, вообще в Европе, его преследование тоже выглядело настолько неприличным, непотребным, что было ощущение, иной раз хотелось просто, ну, как говорится, встать и крикнуть, да что ж вы, сволочи, обращаясь к французскому, британскому и так далее, и правительству. Вы что, наняли, что ли, Кокарди? Защита Мухтара Аблязова делать скоропалительные прогнозы относительно исхода громкого дела не спешит. Однако положительной динамики в процессе не скрывает. Подковерные шашни французского гособвинения с казахстанскими заказчиками, подлежащие сомнению заверения российской стороны о гарантии прав обвиняемых на территории Российской Федерации, эти факторы, по мнению адвоката Мухтара Аблязова, наверняка смогут положительно повлиять на решение судей в пользу борца с режимом Елбасы. Thank you.